Главными словами для нас, команды журнала «Нация» в 2020 году, стали «Соль земли». Это большой масштабный проект, который мы реализуем уже полгода при поддержке IRI. В рамках этого проекта мы уже рассказали о 50 современниках. Среди них 3 фермера, 4 уличных художника, 2 бизнесмена-колясочника, 3 писателя, 3 основателя музеев, 1 монах-реаниматолог скорой помощи, 1 режиссер мультфильма, сделанного из индийского чая. Это люди разных возрастов и национальностей, разных мировоззрений и вероисповеданий. Их роднит одно – все они живут и работают в России, и их дела и поступки вызывают у нас уважение и восхищение. Таких героев в нашей стране, конечно, намного-намного больше, чем 50 человек. И поэтому мы хотели бы продолжить этот проект «Соль земли» и в 2021, и в последующие годы. Цель проекта «Соль земли» вкратце такова. Нашему обществу по-прежнему не хватает конкретных живых примеров бескорыстности, нестяжательства, беззаветного служения своей земле и обществу, которые во все времена отличали русский народ. Мы расскажем и покажем, как и без денег, без желания извлечь скорую прибыль, люди в России становятся героями. Продолжим знакомить молодежь с современной многообразной Россией. Ведь наши герои – эти гении места. Как никто знает свою малую родину и умеет увлекательно рассказать о ней. Надеюсь на новые встречи и взаимовыгодное сотрудничество с вами в 2021 году.